65 представителей Гостехнадзора Московской области съехались в Лобню. Причину узнала Лариса Панина. Грамотно, требовательно, с другой стороны, тактично и профессионально. Так охарактеризовал работу сотрудников Гостехнадзора Московской области глава города Николай Гречишников. В их работе нет мелочей, ибо от качества проверки зависит здоровье, а порой и жизнь людей. Лобня в очередной раз была выбрана местом проведения областного мероприятия, связанного с функционированием городского парка и, прежде всего, зоны развлечений и отдыха. На областное методическое занятие для инженеров службы Гостехнадзора надзора, которые с наступлением весны проводят технический осмотр аттракционов, приехали представители из различных городов Подмосковья. Для проведения технических осмотров надо прежде всего самим обладать определенными знаниями и навыками. Их совершенствованию и было посвящено занятие. Учеба состояла из двух частей. Теоретической она прошла в конференц-зале администрации города и практической на базе городского парка. Представляем им нашу территорию, наши аттракционы. Вот, мы готовы их принять. Гостехнадзор нас проверяет ежегодно. Это проверяющая организация. Это очень серьезная организация. И к приему этой организации Лобнинский парк культуры и отдыха готов. Такого количества людей в форме Гостехнадзора городской парк еще не видел. Ну, во-первых, мы воспользовались гостеприимством главы города Гречишника Николая Николаевича. Вот. И особенность еще заключается в том, что нам нужно было соединить теоретическую часть занятия в зале и практическую на непосредственно уже в парке. Вот, и как раз вот городской округ Лобня имеет такое расположение, что напротив городского парка находится администрация, где нам был предоставлен конференц-зал и те аттракционы, которые здесь вот содержатся. Мы много очень объехали парку в поисках этого. Содержание вашего городского парка, оно соответствует всем требованиям в техническом отношении. Со стороны руководства очень много принимается мер и поддержания технического состояния, эстетического состояния. Ну, здесь приятно работать. Основная задача всех служб, работающих в сфере отдыха и развлечений – обеспечение безопасности посетителей парков, а это в первую очередь дети. Каждый аттракцион должен иметь регистрационный знак и талон допуска к эксплуатации. По статистике, 15% несчастных случаев, происходящих при эксплуатации аттракционов, зависят от производственного дефекта, 20% – от неправильного поведения посетителей аттракционов и 65% – от ошибок обслуживающего персонала. В парке культуры и отдыха города Лобни работает очень грамотный технический персонал, который досконально знает шурупчики и винтики, а директору достаточно контролировать их работу. Ну и вникать, конечно, как и каждый директор, любой директор, он вникает во все нюансы, тем более это безопасность. И где-то в середине мая будет такая же серьезная проверка, к которой мы тоже очень серьезно готовимся. Мы проводим техническое освидетельствование аттракционов. Мы приглашаем независимую организацию, которая проводит экспертизу. Лаборатория приезжает, проверяет сварные швы, соединения металлоконструкции, усталость металла, проверяет болтовые соединения, проверяет все абсолютно, документацию, аттестацию работников. Мы готовимся очень серьезно к этим проверкам, проводим все эти мероприятия, готовим технику, готовим наш персонал, потому что это жизни людей, это большая ответственность. Техническое состояние аттракционов в Лобнинском парке культуры и отдыха нормальная. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».